Буэнос диэс, мис керидос амигос, я держусь на заряд вашей экрана. Это значит, что сегодня у нас какая-то серия с напарничками. Это Detroit Become Human. Сажайте жопы поудобнее и погнали. Я так понимаю, что сейчас мы будем играть за Коннора. Восьмисотка класть хотел. Опа. Лейтенант Андерсон, мое имя Коннор. Андроид, присланный с Киберлайф. Я заходил в участок, но там никто не знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в пятом по счету баре. Ну, что надо? Сегодня вечером вы получили дело. Убийство, совершенное андроидом Киберлайф. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не нужна мне никакая помощь. И уж особенно от манекена из пластмассы. Так что будь хорошим роботом и вали отсюда. Вот что. Думаю, вам стоит перестать пить и пойти со мной. Ведь так будет проще нам обоим. Я понимаю, некоторые люди испытывают дискомфорт в присутствии андроидов, но мне тут вполне комфортно. Отвали, пока я тебя в утиль не отправил. Знаете что? Позвольте вас угостить. На пасашок. Бармен, повторите, пожалуйста. Видал, Джим, чудеса прогресса? Валяй двойное. Хуя вот это напарнички. Жди здесь. Я скоро. Нет уж. Я пойду с вами. Слушай. Тебе бы перестать меня бесить, если не хочешь, чтобы я тебя расхерачил на винтики. Джонс Дуглас, канал 16. Вы подтверждаете, что это убийство? Я ничего не подтверждаю. А что ты сказал? Разумеется, полиция все скрывает. Доступ андроидам сюда воспрещен.
Это со мной. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнк. Мы уж думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что, у тебя теперь свой андроид, а? Значит, смешно. Выкладывай, что случилось. Около 8 позвонил хозяин. Жилец давно не вносил оплату. Он заглянул в дом, узнать, что как. Ну и нашел там труп. Тут воняет. Это еще ничего, это мы окна открыли. Имя жертвы Карлос Ортиз. Есть судимость за кражу и разбойное нападение. Соседи говорят, к нему никто не ходил. И сам он из дома особо не высовывался. Но его случай он вполне бы мог подождать и до утра. Чего среди ночи дергать? Я бы положил, он тут недели три лежит. Коронер определит, когда явится. Вон там лежит кухонный нож. Похоже, орудие убийства. Следы взлома есть? Нет. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Все окна заколочены. Убийца ушел черным ходом. Что? Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Я пойду на воздух. Вы тут располагайтесь. Если что, позовете меня. Так, а ну-ка. Вмятина, удар тяжелым предметом, следы тириума. Биты въебали по андроиду. Так, пальчики Карлоса, ага. На девианта напали. Че, выходит, он сам себе злой братос? Где-то я еще дырку видел. Буквы идеальные. Даже слишком. Человек так не напишет. Крис, это написано кровью жертвы? Да, пожалуй. Надо будет отправить на анализ. Ха.
опасный лед. Наш друг Карлос умел оттянуться. Крис, мне нужен полный анализ на наркотики. Дверь была заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Следов нет, кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера. Прошла не одна неделя. Следы могли стереться. Нет, на такой почве остались бы следы. Тут очень давно никого не было. Угу, значит, не черным ходом он уходил. Так. Что-то не дает покоя, это окнище ебаное. Ушел каким-то из окон. Но каким? Компульсивный почерк. Угу. Религиозное подношение? Чё, блядь, сектанты, что ли? Так, дай-ка посмотрю. Так, съебну через это окно. Оно не могло. Пока оно будет оно. Потому что даже не знаю, баба это или мужик. Немец это или таджик. Едет он. Уже скоро будет. Ребят, давайте побыстрее, не всю же ночь тут торчать. Двадцать восемь колотых ран, ебическая сила. Угу. Угу. Поскользнулся на бутылках. Ударили ножом 28 раз. Да. Видать, убийца крепко разозлился. Так, помимо переговоров. Лейтенант, думаю, я понял, что произошло. Да ну. Валяй, выкладывай. Все началось? На кухне. Следы борьбы очевидны. Надо понять,
Что именно произошло? Жертва напала на андроида? Сбитый. Да, улики это подтверждают. А потом? Андроид ударил жертву ножом. То есть ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Ладно, что потом? Человек побежал в гостиную. Пытался убежать от андроида. В целом похоже. Андроид убил жертву ножом. Конечно, его затыкал. Твоя версия не такая уж бредовая. Вот только куда потом делся андроид? Он был поврежден битой и стал терять тириум. Что-что терять? Тириум. Он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. А-а-а. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. О, но ты-то их все равно видишь, да? Верно. А-а-а. Так, теперь поищем следы голубой крови. Оп, а вот и бомбер. Так. Ударил сноб говна и пара. И испуская жуткий рев, душа товарища Гайдара съебала в сторону котлов. Так, ага. Через чердак съебал. Стул-то поволок. Надо кое-что проверить. А, кое-что проверить. Так, вперед и вверх. Что-то все-таки Коннора в этом моменте смутило. Бля, жалко, у него ПНВ не прикреплен. О, манекенчики. Следы ведут туда.
Видно, что Девиант сметался на своем пути. Почти. Дайте-ка на всякий случай взгляну на схему. Что-то вот здесь пропустил. И здесь. И вот здесь еще ветка запасная шла, которая все равно бы ввела к концу. Угу, другая концовка. О, Девиант. Я просто защищался. Он хотел меня убить. Пожалуйста, не говори. Коннор, чего ты там мутишь наверху? Лейтенант, он здесь! Охренеть. Крис, Бен, а ну-ка дуйте сюда! Живей! Прикольно. Охренеть. Так, на этом моменте, наверное, у нас финиш. Спасибо всем, кто присутствовал, как обычно. Лоис, пиписька и до скорого. Адьёс, братва.